Две трети предпринимателей страны – это женщины. Такая тенденция наблюдается последние несколько лет. По словам мажилисвумена Айгуль Соловьевой, в основном бизнес-леди предпочитают работать в сфере услуг, гостиничном бизнесе и торговле. В Казахстане пытались разработать женскую кредитную линию, однако разделить бизнес на мужской и женский не получилось. Есть доли мало-среднего бизнеса, которые мужчины, возможно, пренебрегают, и поэтому они занимают большую долю. Есть сфера бизнеса крупного, куда, безусловно, женщины очень сложно пускают. И я знаю, что, в принципе, там нужно делить о том, что женщины, которые заняты в этих сферах деятельности и получают зарплаты, например, если мы берем нефтяные компании, то владельцами, наверное, практически женщины не бывает, или в газовой отрасли. А та отрасль, в которой заняты женщины, в сельском хозяйстве или в переработке, их очень много, достаточно много.